Привет, друзья! Ну вот мы приехали в парк Никола Ленивец. Погода, к сожалению, нас не радует. Идет дождь, мы все сидим в машине, сейчас будем заселяться в дом. А какой дом? Дом очень необычный, но об этом я вам не буду говорить, вы все увидите дальше. Смотрите, будет очень много интересного. Я надеюсь, что будет много интересного, потому что погода пока такая, что самое интересное – это будет тот дом, в котором мы будем жить. Ребята, оставайтесь с нами, я думаю, что будет интересно, потому что Никола Ленивец – это самый крупный арт-парк в Европе. Так написано в интернете, я это не проверял, но, наверное, это так. Поэтому мы будем ездить на машине, а где-то будем ходить пешком, поэтому мы взяли с собой резиновые сапоги. Если у кого-то нет сапог, кстати, сапоги продают на ресепшене. Как-то так. Друзья, ну вот мы и на месте, погода, как видите, замечательная. Сейчас мы идем к маяку, сзади меня старая церковь, она, кстати, действующая, хотя выглядит как заброшенная. Идем к маяку, но на маяк, к сожалению, забраться нельзя. Снимает меня Аня, Аня молодец, учится, будущий будет у нас оператор, наверное. Вот, ну вот как-то так, пойдемте к маяку. Это самый любимый, наверное, мой арт-объект Никола Ленивца, называется маяк. Вот такое огромное сооружение. Вот. Что это такое? Да, может быть, это маяк для кораблей, которые плывут по Угре, но я думаю, что это маяк, который привлекает, наверное, всех творческих людей сюда для за вдохновением, за новыми интересными мыслями и идеями. А теперь снимает меня Арсений, он тоже будущий оператор. Это Николино ухо, просто обалденное место, это как смотровая площадка открывается, просто удивительный вид, и даже в это время года
от этого вида захватывает дух. Река Угра делает изгиб почти на 90 градусов. Маяк прекрасно. Отличное место для того, чтобы уединиться, подумать о своей жизни и о том, сколько всего красивого еще в этом мире, и что надо ездить, смотреть, надо смотреть свою страну, свои родные места, потому что здесь очень много удивительного, очень много таких душевных мест. Мы провели здесь буквально 2 часа, но уже все довольны. Особенно доволен мой сын Арсений, он любит такие необычные места. Вот. Мы приехали сюда для того, чтобы немного отвлечься от обыденности и для того, чтобы получить какой-то заряд вдохновения. Ну, я думаю, что даже за эти 2 часа мы уже это получили. У нас завтра еще весь день, сегодня ночь. В необычном доме, и поэтому все впереди еще. I told her one more, she hit me, say you quit or she dipping. Yeah, yeah. I don't want pain no more. I don't want no more pain. I ain't gon' see no way. Look at that window pane. See the rain coming down, but it is not purple today. Came a long way from stacking and rolling that change. And all I ever wanted was some real love. Then I ice it on my heart, I watched it build up. My bro, he stay with Tuzi, Bob the Builder. And I feel like inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. Ну вот мы и переночевали в этом удивительном доме. Впечатление, в принципе, достаточно комфортно. Матрасы постелили на 2-м этаже. Вот. Было очень тепло, работал радиатор. Так, в доме есть туалет, есть горячая вода, есть душ. И вот сейчас видите, что идет снег, а в доме очень жарко. Собираемся на завтрак, потом будем смотреть арт-объекты. Дети очень довольны. Мне кажется, из всех домов, которые здесь есть, это самый идеальный вариант для отдыха с детьми. Потому что там есть горка, есть скейт. Дети катались и на скейте, и на подушках. Было очень весело. Даже мы покатались. Пару раз я грохнулся, правда. Вот, ну ничего, очень интересно и необычно. Рондо.
этой ротонды, которой мы только что были, в том, чтобы любоваться пейзажем, а если ты замерз, то внизу есть печка. Погрелся, посмотрел, обратно вернулся, погрелся, посмотрел. Очень интересная штукенция. Такая удивительная штука. Стена сырая. Как хочешь, так и думай. Символ простоты. Сказать, что это крутая штука, это ничего не сказать. Это просто очень, очень прикольная. Но иногда тебе кажется, что ты отсюда никогда не выйдешь, потому что это что-то вроде лабиринта. Это, ну вот эта штука, это реально топ номер один пока, потому что здесь не только внешне, но еще и тактильно ты ощущаешь это. Интересного мы увидим здесь, даже не знаю, но арка, по-моему, по-любому стоит того, чтобы ее посетить. Очень интересная штукенция. Другое удивительное место называется Вселенский разум. Это уже не новый арт-объект, и мы были последний раз здесь в 2017 году. К сожалению, за это время состояние его, ну, мягко говоря, не улучшилось, совсем разваливается. Написано даже, что объект в аварийном состоянии, во избежание несчастных случаев сюда не забираться. Я аккуратно здесь присел с краю, надеюсь, что ничего подо мной не провалится. Вселенский разум. Вселенский разум, моя семья куда-то пропала. Даже не поверите, где сейчас сижу. Дом над лесом. Это такое что-то вроде дома на дереве, только это не дерево, а вышка в лесу. И ты на уровне, ну, наверное, середины, чуть выше середины высоты деревьев. Я совсем один, никого нет. Ну что, пойдем дальше. Дороги вот такие здесь, так что без